Правительство утвердило новые стандарты маркировки яиц и мяса птицы. Мясные изделия должны содержать информацию об условиях выращивания птиц, методе охлаждения и возрасте убоя. На упаковке, кроме срока годности, обязательно должен быть указан фактический граммаж продукта, а также количество воды, содержащейся в замороженной тушке. На яйцах появится код производителя. По нему можно узнать метод выращивания кур, из какого региона производитель и идентификационный номер производственной единицы. Власти рассчитывают, что нововведение позволят повысить конкурентоспособность отечественных товаров и облегчить получение права на экспорт за счет гарантии качества в соответствии с требованиями Евросоюза.